Пеги 16. Знаете, как говорят? Не сотвори себе кумиров. Ну, а я была среди них. И это просто потрясно. Мстители оказались такими, как я представляла. Привет, Сан-Франциско! Тор, Тони, мчите туда. Ладно. Не отставай. А вот это уже куда интереснее. Действуем быстро. Зачистим мост. Это оружие не должно попасть в город. Как говорится, ломать не строить. Тор, что у тебя? Тут люди в ловушке и много человечков с оружием. Да ладно, Тор. Ты никак пошутил? У них танки пульсар. Хоп, круши! Твою мать! Ложись! Тони, Тор, кабери! Кэп, что там у тебя происходит? Старк Химере, докладывай! Возвращаемся. Нет, выполняй задачу. На мосту остались гражданские. Реактор. Вот черт, нас развели. Нет. Кто-то считал, что их подставили. Другие называли убийцами. Опасны ли мстители для общества? Вот в чем была суть, Брюс. В этом была суть. Но мы все чего-то лишились в тот день. Но это еще не конец истории. Чего мы ждем?